Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус, его аквариум, его монитор и инкубатор с науплиями Артемии. Господа, давайте кормить рыб получившимся живым продуктом. Давайте сначала посмотрим на этих самых Артемий. К сожалению, у меня нашлась только огромная тяжеленная линза, поэтому очень тяжело держать и сфокусироваться, но я думаю, заметно, что там в бутылке все кишит. Емкость-приемник делаем из другой бутылки. Отрезаем широкую часть и вставляем получившуюся воронку обратно внутрь, прижимая шифон. Фильтровать будем методом сообщающихся сосудов, пропускать жидкость через шифон. Лучше использовать мельничное сито, совсем мелкоячеистое, но за неимением лучшего сойдет и шифон. Профильтровываем воду, спускаемую через шланг. И получаем готовый продукт, который можно напрямую выпускать в аквариум. Рыбы с огромным удовольствием набрасываются на живую жратву. Очень важно, чтобы корма было достаточно, но не в избытке, потому что рачки достаточно быстро погибают, и в этом случае необходимо как следует фильтровать и аэрировать воду, чтобы вода не портилась. На этом все, господа. Следите за новыми идеями, следите за движухой на канале, подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылки есть в описании. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. С вами был Бутылкус. Пока.